Воскресный завтрак тайм. Два бутербродика с рыбкой, с ветчиной. Счастье. Кофеёк еще у меня тут. Половинка счастья осталась, не очень фотогеничная. Но вкусная, кстати, вот как это выглядит внутри. Тут такое шоколадное пралине. Это, в общем, очень вкусно. Сейчас буду кушать. Так, быстрая распаковочка с вкусвилкой приехала. Заказала укроп, петрушку, руккола, ну, салат такой с разными видами руккола, козий творог некий сделаю, запеканку, риет себе вот такой заказала, он там по скидке. Ну, здесь лучок и, собственно, морковка. Небольшая закупочка. Ну, почему я решила заказать? Потому что варю супчик, отвариваю вот курицу. Сейчас добавлю картошку. У нас закончилась морковка, поэтому добавлю еще морковку. Вот такой вот сырок плавленый и зелерикус. У меня сейчас будет такое яблочко сезонное. На обед у меня сырный супчик с тараленькими. Сварила, очень вкусный, наваристый получился. Никушенька тоже здесь кушает супчик, да? Вкусно. В общем, будем сейчас кушать. Сходила тут в Пятерку, взяла себе на перекусик колу без сахара и вот эту икру. Я вам ее уже показывала. Здесь хорошо по белкам, мне как раз сегодня нужно добрать. 126 калорий на 100 грамм, здесь 50. Поэтому по калориям минимально, по белку максимально. А на ужин захотелось чего-то супер быстрого, поэтому поджарила наггетсы без масла и добавила соус низкокалорийный, зерошный. За день в целом вышла неплохая калорийность до 1600. А следующий день новой недели начинается с рутины. Делаю вакуум, лимфодренажные прыжки, а также зарядку. Только после этого выпиваю стакан чистой теплой воды и уже пойду завтракать. Сейчас выпью еще стакан воды. Обязательно нужно с утра выпивать стаканчик теплой воды, чтобы запустить все процессы в организме. И сегодня проведу тренировочку, вечером уже пойдем гулять с мелкой. Надеюсь, она не сильно вымажется. Вот такой у меня получился завтрак. Три таких тоста с риетом намазала, положила рукколу, яйцо, кофе на немолоке. И вот эту конфету я вчера не съела, вчера съела только половинку другого счастья. Поэтому сегодня буду наслаждаться вот этой конфеткой с миндальным печеньем в молочном шоколаде. Так, ну что, у Никуши обеденный сон, а у меня что? Правильно, обед! Сварила себе тут пельмешки с вкусом, вот эти мини, они с индейкой, 275 калорий, счетчик считает, на упаковке написано 227. В общем, не знаю, чему верить. Соус вот этот низкокалорийный, медово-горчичный. Съем еще панкейк и чаечек. В общем, сейчас буду кушать. Если вы тоже кушаете, приятного вам аппетита. А еще я решилась попробовать тренировку с Хлоей Тинг на пресс. Всего 10 минут, но я не смогла до конца доделывать все упражнения. Мне оказалось это так тяжело, просто капец. На следующий день, конечно, пресс просто был в шоке. Вот эта тренировка, вот это я понимаю, я подход. Перекус, немного разлилось кофе. Такой сэндвич-ролл с креветкой на тропическом соусе. Кушаю. Да, мы вышли, кстати, погулять. Ника качается. На улице был дождь, но достаточно сыро, даже вот на площадке. Земля, конечно, сырая. Сейчас чуть погуляем и пойдем домой. Вот такой у меня вкусный, сочный ужин. Чай, бургер. Сама делала. Получился, конечно, многовато по калориям, но это будет очень вкусно мне. Но в целом я вписалась сегодня в колораж, поэтому могу себе позволить. По калориям за день, конечно, вышел небольшой перебор, но в целом тоже неплохо.
меня тут завтрак, я сделала уже вакуум, зарядку, лимфодренажные прыжки, выпила стаканчик воды. Ника у меня покушается на мой завтрак, да, котенок? В общем, сейчас буду завтракать, примерно 400 калорий получается. Всем, кто кушает, тоже приятного аппетита. После завтрака решила перебрать все Никины игрушки. Что-то уже нам не актуально, что-то разобрать, потому что она все перепутала. И все у нас развивашки как-то хаотично лежали. Я решила их привести в порядок. Также поняла, что нам нужно еще докупить для занятий. Но, если честно, получалось дольше обычного, потому что я складывала, она опять что-то вытаскивала. Без нее бы это было, конечно, быстрее, но... В принципе, мы справились, мы молодцы. У меня тут небольшой заказик из Вкусвилла. Заказала филе бедра без кожи и кости. Всегда беру в основном. Взяла вот такой вот уже замаринованный. Здесь курица и овощ, филе бедра и овощи. Получается 900 грамм, 133 калории. В общем-то, нормально. Состав тоже более-менее приличный. В общем, сегодня попробую. Хочу еще сюда... У меня есть грибы. Грибы тоже добавить и запечь в духовке. Взяла риет. Вот у меня такой закончился сегодня вкусный. И сметана. У меня тут 170 грамм клубнички. Перекусик такой вкусненький будет. У меня приготовился обед. С пылу с жару. Это вот эта вот овощная смесь. Добавила туда грибочки. Одно куриное бедро. Соус добавила. И чай попью с панкейком. Тут пришли на площадку, сейчас у меня будет такой перекус. Ники тоже там палочку перекус. Любимое занятие, любимая игрушка, да, Никуш? Сыро на улице, песок весь мокрый. Надеюсь, она не полезет в песок, потому что вчера мы пришли вообще капец чумазые. Пока еще на деток смотрит. Осматриваюсь, да, Никуш? Правда, уже в машинке покачалась, на этой штуке покачалась. Дальше куда пойдем? Нет, пожалуйста, только не в песок. Че, Мишку бросила? Катимся, катимся, да? Все. Просто это вообще вот по такой лестнице залезть. Ника, ты обалдела, что ли? Ну ты кнопа даешь. Да. Ты царь горы? О, в какой трубе мы едем? Ё-моё! Класс? Давай, выходи. А, тебе понравилось? Привет! Скажи всем привет! Всем привет! Ой! Мы уже пришли с прогулки. Занимаемся творчеством, да? Ничего страшного, вон тебе еще есть. Рисуем. Иногда бывает пластилин. Сегодня решили вот так вот. Такая у нас раскраска. Пальчиковые краски. Да, зайка, рисуй. Вечером всегда часто занимаемся творчеством. Оно так успокаивает. Потом купаемся. Скоро уже спать будем. Иногда пластилином вот занимаемся. Еще хочу там одно пособие выписать. Там всякие поделки делать. Думаю, ей будет интересно. По калориям вышел перебор, так как за кадром я еще готовила вафли и их съела. Но утро следующего дня все равно меня порадовало отвесом. Делаю свою рутину, вакуум, лимфодренажные прыжки, зарядка с элементами растяжки. Выпиваю стакан воды и иду завтракать. Я с Хлоей Тинг. Вот это вот 10 минут на пресс. Это капец. Сегодня второй день. У меня пресс болит просто. Все, мне кажется, мышцы пресса были задействованы, и все они сейчас болят. Вот это вот классное чувство крепатуры. На самом деле, я уже давно хотела ощутить, потому что очень давно не испытывала. Все тренировки, которые я делала, по 20, по 30 минут, вообще ничего рядом не стояло. На следующий день бодра, свежая, весела, как будто ничего не делала. А здесь просто 10 минут. Вчера еще не так болел, а сегодня вот прям я прочувствовала вот это вот, знаете, когда тебе даже тяжело подняться, встать с кровати, такой, о, напрягать. В общем, класс. Буду делать тренировку, наверное, что-то буду компоновать. Посмотрю еще,
У нее есть сайт, какие-то там программы. В общем, классно, мне очень понравилось. И в целом занимает 10 минут, понимаете, 10 минут для идеального тела. Я не знаю, что может быть лучше, поэтому заниматься спортом, возможно, станет, как для меня станет, наверное, большим удовольствием. Кстати, я уже заметила про себя, что для меня уже, в принципе, если я позанимаюсь какой-то активностью, там, даже если пройду 10 тысяч шагов, то для меня это вообще уже большой заряд какой-то мотивации, совершенствования себя, и я прям горю и хочу как можно больше, наверное, заниматься, и каждый день, к сожалению, у меня не получается, с ребенком это достаточно проблематично, но я стараюсь, конечно. А вот сегодня, надеюсь, позаниматься. Хотела вчера еще, но сегодня, наверное, позанимаюсь на ноги, там на попу. Такой у меня завтрак получился. Поджарился 2 яйца с ветчиной, помидорками, сыром. 2 тоста с риетом. И кофеек на мне молоке и стевии. Мы вышли с Никушей на улицу до обеда погулять решили, потому что в обед мы будем спать дома. Потом приедет подружка, мы поедем в Джоки Джой. Вот, поэтому решили погулять до обеда немножечко. Она скорее бежит, конечно же, на качель. Сама так села, забралась. Вот. На улице очень душно. Такое ощущение, что прям к дождю как будто. Прям очень мне вот прям жарко, если честно. Даже вот не то, что жарко, как-то прям душно. В общем, сыро, влажно и душно. Хочется просто, чтобы было тепло. Вот, сейчас ходили, забрали посылочки с Валберес и с Алиэкспресс нам кое-что пришло. А еще хотела с вами затронуть такую тему. В общем, вчера я показывала последний свой прием пищи, это был Сникерс. А вечером у меня, и когда уже уложила Нику, мне так захотелось съесть, что, в общем, я съела пиццу, ну, вот эту вот, типа лепешка с томатами и сыром из Пятерочки, и 2 вафли сладкие, которые сделала вафельница. Они у меня не получились, поэтому рецепт я не буду выкладывать, сегодня попробую еще один. И что вы думаете, сегодня отвес, представляете? Я так рада на самом деле, что нет сейчас вот этих вот загонов, типа там поела Сникерс, завтра плюс 100-500 килограмм. В общем, можно есть все, главное держать дефицит. А еще плюс часика, в котором я сейчас стою, в том, что ты можешь посмотреть какие-то продукты, подсмотреть. То есть бывает, что тебе пища надоедает, ну, то, что ты ешь, допустим, постоянно, хочется какого-то разнообразия. Разнообразия как бы хочется всегда, потому что условно грудка, гречка надоест, и тем более при, если держать питание, при дефиците калорий, при ограниченном питании, хочется все-таки его все равно максимально разнообразить. Поэтому, что классно в этом чате, это то, что вы можете подсмотреть какую-то еду у других и условно там добавить ее себе в пищу. Например, те же протеиновые вкусняшки. Вот девочка тоже там делилась, то, что она любит. Или некоторые, я уже забыла, что, например, от Бомбар такие творожные печеньки, я уже забыла, что я их пробовала, что они вкусные, и что можно их купить и разнообразить также свои протеиновые вкусняшечки. В общем, можно у кого-то что-то подсмотреть и взять себе в рацион без каких-либо таких загонов, думок, что типа, это знаете, как в Pinterest ты идешь за насмотренностью, также и в еде тоже нужна насмотренность, чтобы себе разнообразить рацион. Николай, кач-кач? Кач-кач! Поэтому я сейчас тоже думаю над созданием такого чатика, скажем так, похудательного, чтобы делиться не просто там едой, своими отвесами, замерами и прочее, делиться насмотренностью еды, чтобы у всех было разнообразное и вкусное питание. Например, сегодня девочка скинула
пиццу с креветками. И я такая, о, можно же сделать, у меня там стоят морепродукты, можно сделать ПП-пиццу с морепродуктами. Поэтому скоро будет рецептик. Так, ну что, мои покупочки. Покажу сначала еду и не еду. Заказала такие вот пищевые дрожжи. Их добавлять в салат. Они вроде бы очень полезные. Можно ими набрать одной ложкой суточную норму витамина В. В общем, я так почитала. На вкус мне сказали, как пармезан. Ну, посмотрим. В общем, попробую, расскажу. И, конечно же, заказала свои любимые батончики и панкейки. Это вот от Smak Fabrik. Вот эти вот панкейки. Я же такую упаковку заказывала. Они очень классные. И заказала, я такую уже пробовала, одну штучку покупала. Поэтому решила вот заказать упаковку. Здесь разные вкусы. Здесь получается у нас апельсин, шоколад и вишня. В общем, тут такое должно быть суфле. И внутри как типа варенье. В общем, буду пробовать. Я, по-моему, с вишней пробовала, но решила все-таки взять себе ассорти от Е-батон. Вообще хорошенькие печенюшки. Дальше на Валберсе взяла себе такие трусики бесшовные. Очень понравились мне. Идут в таком пакетике. Короче, классные. И Алиэкспресс. Пришел Ники такая кепочка. Ну, такая обычная, в общем, стандартная, без всего. Я хотела ей однотонную. Вот. На липучке можно уменьшать, увеличивать, в общем, в форме головы делать. И здесь мне пришел такой вот бодик кружевной. На себе уже не буду, конечно, показывать, но бодик классный. И вот, можно что-нибудь интересное носить. В общем, все покупочки. Мы приехали в Джокинджой, который весне, он мне нравится больше всех. Здесь как-то более просторно. Будний день, получается, сегодня всегда, но народу просто капец. Еще куча народу отмечает день рождения, и это просто жесть. Но весело. В общем, спортивные достижения у меня сегодня в Джокинджой. Мы очень классно провели время в игровой, поэтому не было времени снимать, но с калориями я, конечно же, перебрала, потому что была пицца и мохито. Следующего дня и мой такой незамысловатый завтрак, два бутерброда с риетом, кофеек, да, и печенку вот эту сулешную вкусную, я сейчас попробую как раз-таки, но думаю, что это очень вкусно. Пресс еще все болел, поэтому я решила сделать небольшую разминочку и все-таки позаниматься еще раз Хлоя Тинг. Вот эта вот тренировка 10 минут на пресс. Я, конечно, делала уже получше, меня на больше хватало секунд упражнений, но все равно было достаточно тяжело. 10 минут, конечно, для своего тела, для красивого пресса всегда можно выделить. Смотрите, какой получился вкусненький, ароматненький хачапури. Наливаем чаёк, отламываем вот так вот горячий и делаем вот так. Быстрая закупка в самокате. Взяла вот эти кубики, петелинка, моцарелку, картошечку. Закончился шампунь, поэтому взяла какой там был, чтобы хотя бы сегодня помыть голову. И также берем вот такой синергетик, гель для посуды, потому что я им мою и овощи, и фрукты. Я на вечернем перекусе мороженкой. Очень жирно, но очень вкусно и сладко. Быстренько показываю, что мы купили в разных магазинах. Красно-белая, пятерочка и на рынок за фруктами заезжали. Взяла чай такой с мелиссой, мятой, зеленой. Эти вот сырные шарики кукурузные. Какие-то чипсики типа Принглса, но не Принглс. Так, у нас тут еще вот эти снеки. Сыр вот этот очень вкусный, чечу. Сухари, гренки. Творог. Так, наверное, берут сырнички. Взяли две такие нарезки индейки. Пятерочки вот эти вот брауни. Сейчас опять по акции по 89 рублей. Я взяла 3 штуки. И по акции также вот 3 берешь за 39, они получаются. Пюрешки, короче, детские. А на рынке взяли клубнику, черешню и нектаринки. Вот такой вот закупончик. Сейчас хотим под фильм сделать себе вот такие разные тарелочки со снеками. В
Вот такой у меня сейчас будет вкусный, углеводненький ужин. Черешня, клубничка и нектаринка. Пахнет все безумно вкусно. Обожаю ягоды, обожаю начало лета. Господи, неужели дождались? Представляете, недавно только была зима. Из-за закусок под фильмец, конечно же, перебор конкретный с калориями. Завтрак тайм. Бургеры, сырники, клубника, кофе. И, как обычно, Ника отбирает еду. Наступило время обеда. Пюрешечка, салатик, курочка, тортик. Вот этот вкусный вкус. Кстати, всего 200 с небольшим калорий на 100 грамм. И чаек. Приятного мне аппетита. И вам, если вы тоже кушаете. Не успевала нормально поужинать, поэтому ужин был такой фишбургер и мороженое. Было вкусно, но опять-таки же калорийно. Правда, в дневную норму я уложилась. Не перебрала, что уже радует. Буду заканчивать это видео. Всем пока, до новых встреч в новом похудательном влоге.